Здравствуйте снова, с нами Валик, сегодня я продемонстрирую вам Counter-Strike Source. Ну-ка, боя вышла, твоему скучно стало, класс. А не? Ты выйди, покажи. Да. Выйди, но возьми, как бы пальцы мои не хватит. А ты руку заденешь и все. Да. А рука выйти под руку. Ну, он не сидит, он не запомнил. Ну, как это будет выйти? Да. Ну, блин, выйди, я потом гуляю. Ну, хорошо. Выйди, гляну, хорошо. Тут я еще ли я замерзну? Да, ну я в тебе говорю, что дорогу мне это все будет. Я так что-то думаю. Ты выиграл, потому что ты скажешь. Надо календарь купить, потом ты там пойдешь в руках. Надо будет что-то не заниматься, чем я говорю. Вот вчера все на Counter-Strike Source игра. Думаю, интересная игра. Ну, я на тебе могу. Что такое? Да ударило, блядь, пальцем по ране. Сильно болит, да? Тут усишь до кости. Серый, я не буду делать, я покажу, как графика. Надо загонять того боя. Лучше, чем кэсиски. Твое дело. Сильно хорошо не играю. Вот у меня я с миской. Сильно его вторую миску сделал. Я тенка. Нет. Вот вы поняли, что же это за игра. Вы поняли, что это за игра и... И... Что скажешь? Не знаю. Ладно, ребятки, всем пока, приятной игры. И... Пока их так хайп в описании. Всем пока.